Выборы президента Кыргызстана назначены на 10 января 2021 года. Каких результатов ожидают наши граждане? За кого они будут голосовать? И насколько честно, по их мнению, пройдут выборы? Узнаем прямо сейчас. Если честно, я еще не знаю, потому что я хотела сначала, чтобы были выбраны уже все кандидаты, я хотела всех рассмотреть. И сейчас определенного человека, за которого буду голосовать, еще нету. Из-за того, что выборы проходят у нас не так гладко, как бы хотелось, не так честно, как бы этого тоже хотелось. Я надеюсь, что в этом году они пройдут более прозрачно и выберется достойный кандидат, кандидат от народа, который поможет поднять страну, все дела. И вот. Скорее всего, все-таки коррупция будет, но надеюсь на то, что в будущем все это пройдет прозрачно. Хотелось бы надеяться, что выберут достаточно достойного кандидата. Садыр Жапар Пасалам. Елге карам да особо болды да бізге. Елде алды особо болды, біз ішен жүрпіттік тәмі. Қарапайым ел. Сегізбаева. Ну, потому что данный кандидат, он на себе испытал много трудностей нынешней власти. Нынешней временной власти. И, наверное, я думаю, он будет бороться за молодежь, за права людей. Садыр Жапаров, конечно. Ну, не знаю, он же как... он же как справедливый человек. Чин человечный, да? По факту все говорит. А мен ойым бойынша ошо Садыр Жапаров президент болот. Да, я буду голосовать Садыр Жапаров. Ишен ошо Садыр Жапаровты. Ал туралы айта албайм, бирок ар бир адам өзү чын жүрөгүнөн шайласа. Ачып өтүшү мүмкүн. Мурункудай болуп сатылып кетпей 2000 сомго 2000 сом үчүн келечегин берип койбосо. Но сейчас еще пока не решили, а после Нового года решим. Я хочу, вот мне почему-то нравится Курсан Асанов. Садыр Жапаров. Элдин ишенин бар эле ошо адам болуп атат. Садыр Жапаров. Я бы проголосовала за Бабура, потому что я знаю, какой он человек, хоть я с ним не знакома, у меня есть очень многие, которые работают на его компанию. Наверное, в процессе дебатов, наверное, сделаем выбор. Мен оймча Садыр Жапаровка эле сөйлөп го. Вот, я еще даже не знаю, за кого. За Жапарова. Почему? Ну, потому что он из народа. Не знаю, за Мадумара, наверное. Я пока еще не определилась, если честно. Я еще рассматриваю кандидатуры. Ну, потому что есть такая особенность у всех людей, не только у нашего народа, что люди очень редко учатся на своих ошибках, и все возвращается на круги своя, и все к этому опять идет. Да, Мадумаров. Почему? Ну, мне нравится, как он разъясняет свои мысли. Сомневаюсь, честно, что пройдет нормально. Потому что мы... Всегда, каждый год же так. Всегда говорят, что пройдет честно, но потом оказывается, что все же была коррупция. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Пусть этот год будет благополучным и принесет нам всем счастье. Да, всех поздравляю с Новым годом, с наступающим. Желаю всем благополучия, счастья и мирного неба. А за кого голосовать будете вы? Пишите в комментариях, подписывайтесь на нас в социальных сетях и оставляйте свои отзывы. С вами была я, Сезим Имамадыева. До новых встреч!